Да, действительно, в этом году театру 60, так же, как и мне. Мы ровесники. Для меня это двойной юбилей. Я начал здесь работать в театре с 30 лет, то есть полжизни я проработал в театре, но можно сказать, что всю свою творческую жизнь я прожил в театре. Когда я пришел в театр, то это был музыкальный театр, не театр оперы и балета. У него были свои возможности и репертуар, это был репертуар музыкального театра. Поменьше был состав артистов балета и солистов, и сами оперы были не настолько масштабными. После того, как мы стали театром оперы и балета, появилась возможность такая осуществлять более масштабные постановки, такие как «Борис Годунов», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», балет «Баэдера» и так далее. То есть, но это пришло не просто так. Поначалу я помню, что балетные костюмы мы шили в Нижнем Новгороде или в мастерских Большого театра, или в мастерских театра Станиславского, то есть в Москве. Пришлось нам здесь создавать цеха, вот, обучать. И теперь мы сами здесь шьем балетные пачки, и головные уборы, и обувь. По мере возможности делаем сами. Конечно, надо это все усиливать, но тем не менее можно сказать, что мы пришли к 60-летнему юбилею с хорошим таким результатом, с большими постановками. Я, знаете, много езжу по городам, по театрам, вот, ставлю спектакли, ну, в том числе, скажем, в Новосибирске или в Нижнем Новгороде. И когда разговариваю там с руководством или просто с артистами, все знают про наш театр, понимаете, они хотят к нам попасть в наш театр, на наши постановки. Ну, в частности, я могу сказать, что на балетный фестиваль, слух о нем, он называется международным, он по всей Руси великой, ну, можно сказать, и по всему миру. Все считают за гордость, все ведущие солисты, за гордость приехать к нам и работать с нами. Я желаю нашему театру дальнейшего поступательного движения вперед.